Всем привет! Канал Shimble Shanks и вместе с ним Джек Вульф рад приветствовать вас за экранами ваших мониторов, телевизоров, смартфонов, планшетов, не знаю, на чем вы там нас смотрите. В любом случае, здравствуйте все те, кто добрался до нашего стрима. Сегодня немножко не в обычном формате проведем нашу трансляцию. Главным образом это будет связано с тем, что вебку надо подправить, да. Вот так, да. Что сегодня стримить будем Сегу. А главным, ну, а в частности, чтобы быть точнее, сейчас вот так вот уберемся. Не просто Сегу, а земляной червяк Джим 2. Неожиданно такое решение. Микрофон хоть включен? Да, включен. Так, ABCDE. И поехали. Надеюсь, так, надо потише сделать. Я вижу, что уже громкость. Сейчас будет тише. Минуту. Вот так, наверное, более адекватно. По громкости. Го! Поехали. Повспоминаем, что здесь вообще происходит. Так, это стрелять, это бить, это языком. Окей. История про червяка Джима необычная, нетипичная. Я хочу чат вывести поближе ко мне, чтобы мне было видно. Во все, отлично. Вот, какой свет. А на что менять оружие? Не знаю. Понятно, ладно. Добьем. Как вылезти отсюда? О. Так, а тут у нас какой-то секрет, что ли, вроде бы, я помню, был. Нет, сюда нет никакого секрета. Ладно, идем дальше. О, тут секрет на дыбле. Стоп, 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 стоп. О,
Отлично. Собирали какую-то беду. Так. О, а тут? Патроны. И нам нужно будет этих свиней куда-то нести, я помню. Угу. Да, а тут внизу у нас что? Есть ли какой-то потайной проход? Нет, нету. Это мы берем свинью, я помню, нужно ее тащить здесь. Куда-то дальше. Стопы. Взяли бонус, а там... Тут даже... Угу. Да, там эти пушки, как домовые пушки, или как, короче, огромные пушки. Вот они, да. Как-то же менять можно оружие, я уж не помню как. XYZ не подходит. Не помню, ладно. Угу. Вот. Тут мы пришли. И еще две пушки эти. Точно. Того у нас их 4. А что с ними делать, непонятно. Так, бабки. А, черт. О, нет. Вот, отличненько. Тут как-то же проваливаться можно. 56% хп, это мало. Там бонус какой-то. А тут... Континуум, да, возьмем континуум. И пойдем туда, да, этот бонус чекнем. Я уже не помню, что там. А, черт. Так, последнюю нужно тормозить. Окей, поехали. Угу. Так, да. Вот этот был бонус жизни. Да, нужно взять патроны, которые там были. Это какие-то самонаводящиеся ракеты, по-моему. Эй, а куда я залез?
Да ну нет, я в какие-то текстуры, что ли, провалился? Ну не может быть. Нет. Нет, нет, нет. Я застрял. Чё, серьезно? И все, что ли? Как я в эту текстуру провалился-то, я просто понять не могу. Да, эпично. Ну. Ну, нет. И как вот отсюда вылезти? Окей. Спасибо, приставка. Все клево. Что мне нужно? Перезагрузить это все дело. Чё-то непруха. Ладно, сейчас быстро догоним, поменьше будем. На всей этой движухе запариваться. Так-то мы уже примерно знаем, куда нужно идти. Сейчас быстренько все это пройдем. Я надеюсь, очень. Так, жизнь взяли. Это же надо было найти текстуры, в которые можно провалиться. Тут нет ничего. У нас что? Так, взяли сразу эту штуку. Свинью. Сейчас мы быстро все здесь решим. Да-да-да. Камон. Ну. Ну же. Так-то нужно сразу же. Почему не это? Где язык? Я запрыгну. Не, я точно запрыгну. Так, а там что? Отлично.
сохранимся. На всякий случай, чтобы здесь не упасть, сохранимся. Так, что там? Quick save. Все. Потому что текстура неожиданная, в которую мы провалились, это просто жесть. Сейчас дойдем быстро до того момента. Ракеты дома. Оп, 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 оп. Тонкий юмор. Куда? Зачем? Подсказка какая-то мне. Еще одну свинью. Вот там какой-то бутер. Сюда попасть неизвестно. Секрет достали. А, это первый босс. Привет, Жень. Да, игра просто огонь. Well done. Игра прям вообще зачетная. Так, это со щенятами. А, нет? А, я понял. Тут за время нужно пробраться куда-то. Наверх на самый. Давай, давай, давай.
Игра просто огонь. Не, что там? Да блин. Эту штуку нашел. Я уже не помню, что значат эти странные символы. До часика добраться поскорее. Тихо-тихо. Секунд осталось, ой, мать. Часики. Так, тут ловить нечего. Хватит. По-моему, все успеваем. Жень, ты играл-то в эту игру на Сеге? Когда-то. В детстве. Друга в нее играли. Блин, а как тут вылезти? Я туда что ли лез? Что? Игра-то клевая на самом деле. Самое интересное, что вот этот мультик «Червяк Джим» я пропустил и не видел, но мне друзья всегда... Я приходил... Это где было? Уже в школе? Еще в школе или уже в колледже? Я приходил с учебы. Точно помню, что я приходил с учебы, и мне все говорили: вот, блин, сейчас идет Джим. Такой обалденный вообще мультик там. Просто шикарный. Надо смотреть. Ну... И я такой: чё, серьезно, рили, ребят, неужели, неужели какой-то шикарный мультос, и я его не видел? И вот в итоге, как бы, так я его и не посмотрел, он закончился до того, как у меня появилось время или возможность там его смотреть. Я же... Вот тут же, вот на эту штуку же можно запрыгнуть. Отлично. 50 секунд. Wow.
отлично. Следующий один континуум. Точнее, еще одну штучку, пробивающую время. Игра по себе, сама по себе очень прикольная. Мистер Марио пришел. Привет, мистер Марио. Рад видеть тебя на нашем канале. С днем рождения тебя, кстати, друг. Да что ж ты будешь делать-то? Кажется, убили этого босса. Да. Вот отлично. Well done. Так, очередной уровень прошли. Я помню, как на Сеге впервые там играешь в эту игру и думаешь, о, капец, вот это жестятина, что-то нереальное ты там проходишь. Так, это поворот, это прыжок. Я чувствую, что игра на... быстрее звук идет у игры. Как-то, как будто бы битрейт побольше, точнее не битрейт, а количество ударов в минуту больше. Когда доходили до этого уровня, все время говорили, дай мне типа щеночков половить, потому что я дыба, а ты нет, ты не умеешь щеночков проходить. Постоянно такая была фигня. Мистер Марио, как отмечаешь день рождения свой? Или как отметил уже? Сейчас сложно, по-моему, начнется. Ну, должно начаться. Три бомбы. Третий раунд. Щенки такие балдежные, вообще трясутся на ушах. Это плохо. Давай кидай бомбу. Еще четвертый раунд. О. Wake up!
неплохо. Да, сейчас он поддолбит меня. О, 15% осталось. Ну и все, тут пошли. Нет, только не пятый раунд. Ну да, норм. Well done. Dreams now is blend key salamander. О, вот это прикольная саламандра. Блин, купил видео себе, ого, круто. Поздравляю. Все, теперь будешь прошивать. Так как бы сюда заплыть. Каждый червяк это будет ответ на вопрос, я помню. Да, блин, я вообще лошара. Хороший подарок на день рождения PlayStation Vita. Отлично, мне кажется. Прошивать изи, зайти на сайт. Готово. О, круто. Дороги на работу удобно играть. Круто. Там, по-моему, ничего не было, да? Наверняка тут. Нет. Так. Угу, аккуратненько. Чуть-чуть-чуть-чуть. Да что ж ты будешь делать? Да я отсюда что ли не выйду вообще никогда? Вот. Ладно. Черт этот. Возьмем. Еще хп. Да, блин, полез за хп называется. Он так прикольно вопит. Так, секретку взяли. Так, изи хард. Пойдем по харду. О-о-о. Тут прям... Тут червячков. Немерено. Да что ж такое-то? Так, еще темнее становится. Да хватит. Да ну.
Тут что? Тут ничего, вот я лошара. 30% осталось. Давай, давай, надо выбираться отсюда. Из этого кишечника. Изи. Хард, конечно же, хард. Конечно же, хард. Да, блин, все-таки задел. Всякие карандаши торчат. Желудок коровы, да, по-моему. Стоят штуки, как в пинболе у нее. Жесть. Да что ж ты будешь делать-то? Он встал на буквы и стоит. Ух, как-то выжил. Так, тут ничего нет? Нет. Летим дальше. Ч-ч-ч-ч-ч. Ну, Вова, мне кажется, все, это финишная уже, да, прямая. Червячки. И ответы на вопросы. Шоу Викторина Джима. Нажимайте АВЦ, чтобы ответить на вопросы. Поехали. Кенни Робис, Петти Хэнд. Ну, наверное... Ну, давайте Кенни Робис Товыч. Эй. Нет. Какого цвета красный пистолет Джима? Блин. Но я тут ничего не угадаю. Угадал что-то. А тут если правильно отвечать, то можно себе жизнь набрать в континуум. Может ли Джим говорить по-немецки? Да, нет. Бит того истин, то это. Да. Просто наугад фигач. Calling is piece of string. Нет. Да. Как Джим пишет свое первое имя? Нет, неправильно. Ну, короче, да, все. Все старания в топку. Какой сыр доктора Диодина? Камамбер? Отлично. Последний. Можно мне выйти в ванну? Блин, индустриальный революция. Просто вопросы на ответы гениальны. Вот из-за Union Jack. Что такое Union Jack? Британский флаг. My name is not Jack. Нет. Ну, все. Просто. Да. ГГ. Так, а тут нужно что-то делать. А, повторять. Thank you.
Блин, а жесть. Отлично. Я все запомнил. Я, честно говоря, в последнем очень сомневался, но вроде зашло. Отлично, прошли. Да, летающая штука, это жесть. Качаем дальше бомбу. Наша задача как можно дальше долететь. Точнее, не как можно дальше, а долететь до конца. Не знаю, что дает этот. Довольно просто получилось с первого раза дотолкать этот шарик и взорвать его. Да не сразу до этого доходишь, когда играешь первый раз в эту игру, и возникают там мысли, что делать. Так, снова щенки. Тут пожестче будет, по-моему. Благо 157%, я думаю, что должно хватить. Ой. Да, игра в детстве много казалась очень сложным. Согласен. Это была жесть какая-то. Но это было клево. Червяк Джим — это одна из тех игр, которые с удовольствием проходишь.
удовольствием проходишь и возвращаешься к этой игре еще много-много раз. О, посыпались. Всего лишь одна бомба, да, была? Да, вот третий уровень. Какая-то урезанная версия, потому что вот эти вот штуки, джим и прочее я собираю, а в итоге они мне ничего не дают. Непонятно вообще, зачем я их собираю. Планеты вот эти всякие. Чё-то как-то я вообще забыл. Для чего там они? Еще. Да, будем биться. Поехали. Один упал. Без какого-то там намека на конец левела, просто экран темнеет и следующий. Отлично. Literally abducted. Это что за уровень? Не помню. Take cows to barn. Отнеси коровы. Я посмотрел ужасник и гасный свет. Ожидал больше всего на скримерах. Но почему? Не-не-не-не! Черт. Куда-то отнести эту корову. Я помню этот момент.
Нет, вообще не варик. А чё, а как мне корову-то забрать? Одну корову нужно сюда принести. Блин, как её заберу-то? А, надо ещё по-быстрому. Окей. А, чёрт. Гаснет свет, я не помню этот скример. Ну, пропускайте меня давайте. Отлично. Там какие-то пули. Тоже вот как туда залезть, непонятно. Я вообще ужастики не очень люблю. Поэтому... Давай-давай. Ну... Корова, ты родишься тут или нет? Почему она не появляется? Ну и как мне теперь проходить, если она там не появляется? Какой-то бред вообще, забагованная версия. Пойду убивать тогда пингвина того, который там. Может быть, из-за него? Тут должно быть две коровы где-то. Одна вот тут, вторая вот тут. Отлично. Корова на месте. Почему-то я ее спас. Черевой джим спасатель коров. Что за ванна с водой? Что за 30 секунд ее нужно забрать? Вы издеваетесь? А, мне нужно воду, да. Да, блин, на все вообще натыкаюсь. Чё ты тут созреешь, нет? Незрелая корова.
Что? Что? Я упал куда-то сквозь текстуры? Что вообще такое происходит здесь? Мне просто фартит на текстурные эти. Да, нижний экран не выдержал. Точно. Это просто жесть. В начале стрима я провалился в текстуры. Вообще, в принципе, в таком месте, где я никогда не проваливался. Вот ни разу, сколько не играл в эту игру, ни разу не было такого, чтобы я проваливался в текстуры там. А тут нате, здрасте. Сейчас он взорвется, что ли? Непонятно. Четырнадцать, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6. Есть, успел. Отличненько. Он выпустил какого-то маленького человечка. Так, тут цветок не ржает. То самое чувство, когда даже у коровы подбирает от игры. Да хватит уже. Вот это было очень смешно в детстве, когда ты попадал в этот саркофаг. И тебя протыкала вся эта беда. Ну. Да просто Unreal. Трайхардим. Жесть, я даже. Сейчас окажется еще, что я зря туда прыгаю. Это будет вообще забавно. Ну? О, бой. Ну, я смогу. Все, что ли? Ого, бонус какой-то нашел. А как вылезти-то отсюда? А, вон, вылез. Но корова здесь еще не исполнится. Рановато. Так, еще. Да, блин!
Так, тут тоже не это, да, ничего пока что. Да ну нет, ну... Да сколько можно-то? Все, улетай. Ничего себе, вот миллиметраж. Так, и какая же корова теперь моя? Это резается или нет? А, надо было обязательно наткнуться, точно. Какая? Третья, да? А третья, значит, у нас сначала тут резалась. Да уйдите вы! Просто вся братва налетела. И давай долбить. Всем привет, кто на нашем канале присоединился там совсем недавно. На канале Шимбл Шэнкс. И здесь Джек Вульф превозмогает земляного червяка Джима. Да уйдите вы нафиг. Ты чё стоишь-то? Эй, ну где? Ладно. Корова должна быть тут. Что взорвется? Окей, тогда, значит, следующий подход. Чтобы максимально обезопасить себе дорогу. Ну, 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 ты...
Да откуда ж вы поналетели? Все, воруйте корову эту. А, еще наткнулся на эту штуку. Вроде всех убил сейчас. Я смогу. Так, спокойно. А нет. Да что ж такое-то? Пока ее не отнесу, она не... другие не резаются. Обидно. Так бы, конечно, можно было насобирать побольше этих коров. Ну, сразу туда все три отнести. Но вон она мычит там во всем. Ну, типа, забыл ты меня, червяк? Забыл. Да все-все, я иду. Тихо, ч-ч-ч-ч. Так, тут наверху она не резается, да? Вот тут, значит, она сейчас появится. Да? Да что ж такое, почему вот обязательно надо наткнуться? Три, два, один. Успел просто на последних самых миллисекундах. Да ты бесишь. Отстань от моей коровы. Отличненько. Угу. Пушку. Топчик просто, корова. Давай, давай, дайся. Отлично. Просто. Да вцепись ты повыше уже. О, это мы бонусом пришли, да? Бонус соберем тоже. Больше хп. И король. Так, оп. Отличненько. Не помню, чтобы это было самым сложным уровнем в игре. Честно, мне кажется, самый сложный был с воздушным шаром. И сейчас будет еще один домик на 4 коровы, по-моему. Или нет? Пушка. А нет, на 4. Давай, на себя. На себя.
Канал Шимблшенкс. Немножко вангуем. Well done. Да, well done, все такое. О, это надувная голова. Да. Смешное уровень. Так, мы надуваем. Continue взяли. Как туда? Я хочу сюда. Как туда попасть? Да блин, просто вообще дна. Отлично. Позитив. Привет, рада видеть тебя на нашем канале. Позитива нам как раз и не хватало. Да? О, бой, нет. Опускаемся плавненько. Так, давай стреляй. Давай, мистер Марио, пока. Просто ювелир, конечно, я просто ювелир. Прохожу просто на изичах все. Жесть, ну давай надувайся. Чёрта! Да, это какая-то жесть.
Да как она меня все-таки задела, эта штука? Долбаные коты вертолеты. Приехали. Да блин. Ничего, ничего. Прорвемся. ХЗ, как меня эта штука не задела. По два раза. Прошел как-то вообще, не знаю. Все, выбил себе чуть-чуть хп. Да. Well done. Когда там уже конец уровня? Я что-то не понимаю. Уже что-то долго. ИСО 9000. А что же тут? Ой, что-то не то. А, тут нужно... Я помню, не сразу догадался, что нужно здесь делать. Тут нужно ловить этот шар. И нести его в эту штуку. Я помню, да. Чтобы меня перемололо там и по трубам пустило. Угу. О, он запрессовал меня. Жесть, что, неужели гамовер? Нет, у нас пушечка еще есть. Че за голый чувак?
Трек какой-то. Отлично. Вот, мать его. Ой, я куда-то пролез. А тут что? Ого. Штука. Угу. Да стой ты. Поехали. Сразу леща ему. Да капец, он меня прижал к стене, что ли, опять и все, и гг. Агент 72, привет. А он меня опять зажал, и я умер. О, блин, это фейл просто какой-то. Последняя жизнь. Стрёмно будет. Как вот тебя мне штука эта? Как долго ты будешь пользоваться? Отлично. А что мне делать-то? Есть, успел. А, это еще не... Это еще с первого попытки не сделаешь. Блин, а? Так, ну тут нужно вначале довольно просто. Тихо, стой. Да стой ты. Там тупик, да? Угу. Ничего, сейчас пройдем. Годович, ого, ничего себе. Привет. Какие люди? Внезапно.
проходим через Коджимы уже ближе к концу игры. Как дела? Да нормальненько, потихонечку. Нет, это вторая. Вторая часть. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Пощади меня, пощади. Умрите все. Вторая подинамичнее, поэтому я выбрал именно вторую. Тут столько хп. А я-то думал... О боже, сколько текста. Ну не помню, в какой части это было, вроде второй уровень, где под землей надо было стрелять, чтобы насыпи создавать. Да, да, это во второй части, мы его прошли, он практически в самом начале. Как он у меня поджег, я вот этого не пойму. Отлично. Ну, я далеко из-за него не мог пройти, там вроде если не так пострелял, то умирать придется. Да, все верно, там есть такая тема. Если не знаешь, куда идти, то... есть большая вероятность, ну и не понимаешь механики, то есть вероятность, что ты, что время закончится и ты умрешь. Да что ж такое-то? Вот это сложный момент. Нет, не получилось. Отлично. Вообще, отлично. Ой, я помню этот... Я долго не мог понять, в чем тут прикол вообще, что тут делать нужно. Ты бежишь, короче, за дверью, а она от тебя убегает. Вообще, что такое, что не так? Она бежит и бежит, бежит и бежит, бежит и бежит. Тебе нужно взять, поставить этот ящик с ногой. Это подножка. И чтобы дверь от тебя убегала, споткнулась об эту ножку, и ты в нее зашел. Логика. Well done. Well done. Да, я помню, с этим уровнем прям вообще долго мы сидели с друзьями, пытались, что вообще, как это проходить, неизвестно. Щенки, третья часть, самая жесть. Это зато с юмором сделано, да? Ну, вот сама по себе, как бы, история Червяка Джима полна юмора, мягко говоря. У меня самые сложности в этой игре возникали... Блин, а... Возникали на уровне с воздушным шаром, где, который нужно взрывать. Его казалось просто нереально проходить. Это были такие мысли, что типа эта игра как это Unreal. Try Hard, просто вообще жесть.
А щенки давались проще простого, вот эти. Прям вообще никогда не было сложности с ними. Ну, они так, в принципе, сделаны, что можно их пройти. Блин, а. Надо было развернуть все-таки. Надо разворачивать уже эту подушку. Воу-воу, вот это да. Ой. Самое главное до бомбы добежать. И там о, все будет. Ой-ой-ой, это плохо. О, блин, на ровном месте. Отлично. Просто к успеху иду точно. Нормально. Повернулся и... Почему ты не умер? Собака просто хп отнимает? Да, собака отнимает просто хп. 30 хп она отнимает. Будем ювелирить, переворачивая пуфик в разные стороны. Третий раунд. Игра, конечно, клевая просто. Жесть вообще. Это жонглирование щенятами. Просто что можно было придумать еще интересней? Веритас, привет. Рад видеть тебя на нашем канале. Фига ты виртуоз, ну я тебе говорю. Там четвертый сейчас вот раунд, который будет после этой бомбы. Там вообще жесть, там они просто рекой будут сыпаться, эти щенки. Привет всем, ребят, с кем еще не поздоровался. Канал Шумбл Шонкс и Джек Вульф, рад вас приветствовать. Опа, один упал. Грустненько. Блин, одного уронил. Не надо было прыгать там. Давай бомбу кидай, кидай бомбу. Отлично. Фух, можно выдохнуть. По-моему, тут все. Угу. Well done. Level 8. Про еду. А что там про еду?
надо от соломки убегать. Блин, какие бесящие здесь. Короче, надо бояться этих штук тоже. И вилок острых надо бояться. Пешечки. Да блин, жесть какая. Все, хватит. Да что ж такое? Тут нужно на яйца прыгать, я помню. Здесь выключить. Вижу, что что-то не взял, но... Но пока так. Тянем. Мало хп. Ну блин, она... нет слов. Еще этот глюк с этой соломкой, что она... Отлично. Так держать.
Отлично. Что это было вообще? Как я прошел, я не знаю, просто этот уровень. Так, а тут что-то. Что же мне надо было? Убил. На последней жизни дошел до босса, и там... Просто гениально. О. А, провалился и умер. Вот оно что. Понял. Тихо. Ну давай же. По голове прилетело. Отлично. Отличненько. О, так, надо посмотреть, что у нас. Минутку. Что-то у меня какие-то подозрения, что у нас на Good Game. А, нет, все работает. Последний уровень, кстати. Надо просто бежать. Просто бежать. Ну, отлично. По новой. Лупи!
Да ну... Да... Бесячие эти шары. Я в дискот не смог оценить игру. Не говоря уже о последнем уровне. Да. Ну. Отлично. Взял и упал. Континуум. Не-не-не, сейчас мы пройдем, сейчас пройдем. Музыка шикарная просто. Ну, в самой игре музыкальное сопровождение на такой высоте, что просто... Вот и все. Так, тихо. Сейчас мы тебя обгоним. Угу. Отлично! Отлично! Начиналось все хорошо. Блин, а? Тихо. Подожди, Гадович. А, черт. Если быстрее бежать, то можно прям вообще очень клёво. Если быстрее бежать, можно, короче, и на изичах там пройти это все. Блин, а? Отлично, спекся. Отлично. Блин, я заело слово отлично. Как какой-то лошара. Старпе, куда бежим? Динамо бежит? Успею. Угу. Ох, черт, нет. О, бой.
Нет. О, жесть какая. Как обычно, на нулевой жизни, на 10 хп. Просто эпик фейл. Так, стоп. Ничего, сейчас справимся. Все из-за сраных пузырей, не говори. Блин, эта штука... Пузыри. Успею. Самое главное, спокойно. Ну это жесть, вот как вот, вот как мне их разбить? Просто Unreal какой-то. Что там делать с этим? Я уже не знаю. Еще бы вспомнить, как оружие переключать, было бы вообще в тему. Это вот так вот и должно быть примерно. То есть я вот бегу примерно на одном уровне с вороном. Зачем я становился там стрелять? Отлично. Просто. О, нет. Веришь ты в меня? Да, я тоже в себя верю. Блин, зачем-то я начинаю стрелять в эту штуку. Хотя там не надо. Так, 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 стоп, стоп, стоп. Не успею. Блин, а? Отлично. Просто долетел. Вот, как вот мне не взять эту штуку? Этих пузырей. Как обычно, нулевая жизнь.
я фейлю. Ладно, окей, соберем тут все. Раз уж мы не успели там обогнать этого ворона. А, тут яма. Все понятно. Не, ну мы справимся, я уверен. Это последний уровень, насколько я помню. Да куда же я лечу-то? Ничего не надо, надо просто брать и делать. Ну вот зачем я тут пошел не туда? Всем привет, ребят, кто к нам присоединился. Канал Шумбл Шонкс. Рад приветствовать вас. Вместе с ним и я. Меня зовут Джек Вульф, и я один из трех стримеров, которые на этом канале горят. Жесть, да что ж такое-то? Экран целиком не влезает, непонятно, где эти шары. И что? Все? Это бред какой-то, они глюканули, что ли? Нет. Нет, нет, нет. Ну же, ну же. Ну что-нибудь. Так, ребят, срочно гуглите мне коды для прохождения. Почему? Почему зависла-то игра? Нет. Ну да, может быть. Ну что мне теперь делать? Я тут даже убиться не могу. Ну что, ну правда, ну что? Это все патроны потрачу, и что? Дальше. Все? Нет.
Нет, на уровне земли можно убиться, там время заканчивается. И все. Это боевая стойка. Что она делает? Это как далеко? Интересно. Это просто стрём вообще какой-то. И если сейчас прям сильно далеко, то, наверное, будем закругляться. Хотя хочется пройти игру до конца. Какой-то глючный ром попался, что столько багов в нем. Грустим. Обидно так, почти прошли игру уже, и пришлось сбросить. Ничего, ничего, сейчас прорвемся. Я даже не знаю, какой это по счету, какие по счету это щенки. Первый, второй или третий. О, блин, понеслась. На ровном месте щенков ронять. Да, вот так, продолжай. Отлично, живем, нормально, окей. Шикарно. Ну это как-то легко, это как будто бы, я не знаю, вторые щенки по счету, что ли. О, бой. Ну уже, давайте бомбу мне. Прошли. Well done. Ох, это как далеко, назад. Вот это да. Это очень далеко назад. Это просто капец. Это называется пройди игру сначала. Окей, просто проходим, не собираем червяков, потому что нам это особо не надо. Сейчас быстро тогда пробежим. Это спидран. Режим спидрана. Вот. И Годович заодно посмотрит на игру.
как она выглядит. Да, на спидран что-то не очень похоже. Больше похоже на издевательство над червяками. Да хватит уже орать. ХП, ХП, ХП. Да блин, зацепился. Да, это еще фигня. Здесь, в общем, ты проходишь и собираешь вот червячков, которые здесь в желудке в этом лежат. И потом в конце этого уровня идет типа бонус, и тебе задают глупые вопросы, на которые якобы только червяк Джим знает ответы. И ты на них отвечаешь. Чем больше у тебя этих червяков, тем больше ты можешь выиграть себе плюшек всяких разных. Но уровень очень клевый, и когда играешь дома, смотришь на телеке его, он просто очень обалденный. В целом, такие благоприятные оставляют ощущения. Вот поначалу мы тут проходили, все собирали, все по максимуму, по жескачу. Но сейчас вот я смысла не вижу просто в этом. Это очень далеко назад мы уплыли. Очень далеко. Просто потому, что в том уровне застряли. Ладно, ничего, повторение, мать запоминания. Тут много классных уровней, ты увидишь. Так. Он такой, как маленькая саламандра с пистолетиком в ноге. Ну вот тут концовочка уже. В принципе. Вопросы эти мы проходили просто... каждый раз, когда мы доходили до этого места, мы записывали начало, ну, вопрос на ручку, на бумагу. И потом записывали, ну, методом тыка просто пробовали... Пробовали ответ. АВ Бузер. Привет, АВ Бузер. Рад видеть тебя на нашем канале. Вот, короче, пробовали. Там вопросы и ответы не подходят. Это не подходит. Ну вот, короче, если бы мы правильно отвечали, то призы постепенно бы увеличивались, и мы бы в итоге ну, выиграли там какую-то плюшку. Здесь нужно повторить мелодию. Да.
Ну вот, что-то пропустили, соответственно, не все призы нам дали. Но это уже и не так принципиально. Да. Отлично. Кто-то еще к нам пришел. Привет, ребята. Вы на канале ShambleShanks. А, вот это бомба, блин. Да нет, это все просто какой-то Unreal. Я это не пройду во второй раз. Блин, я сейчас все что ли собирать буду? Чем интересен Червяк Джим, это как раз вот своим необычным геймплеем, что тут есть вообще все. Нет. Отлично, вот и все. Надо взорвать эту бомбу, чтобы он упал туда вниз. Well done. Ой, да. Все, нет, мы, короче, здесь закончим. Я потому что я не могу, я уже второй раз не переживу. Вот щенков дойдем и все, и хватит. Потому что это жесть какая-то, как-то Unreal. Это залипать, блин. Так обидно, дошли до последнего босса. Просто очень обидно. Трень как тренил 26к. Верит, ну что ты. 236к тренить не надо. Там пришел Могил. Привет, Могил. Это все ты виноват, я за тебя пропустил щеночка. Thank you.
Дайте бомбу! Бац. Так, минутку. Стоило отвлечься буквально на мгновение, и уже еще один щенок в грязи. Просто если я сейчас не пройду, то я пройду, скорее всего, да. Отлично. Я думаю, что сегодня сейчас просто надо сделать перерыв будет. Вот, перекушу, и потом можно будет продолжить стрим. А пока что продолжаем. Нет, надо добить этих щенков по-любому. Оптом. Летит уже. Кстати, да, про мультик я знаю. О, все. Я рассказывал о том, что как раз когда показывали мультик по телеку, в это время я учился, и когда я приходил с учебы, мне друзья говорили, типа, вот такой мультик идет крутой, типа, ты видел или нет? Я говорил, что нет, я не видел. И я так ни одной серии Черевика Джима и не посмотрел. Думаю, да что ж такое-то? Думаю, что стоит задаться этой целью. Да блин, это какой-то Unreal. Стоит задаться целью и посмотреть его. Одного уронили, но бомба есть и... И да. Ну все, все, все. Да, в общем, на этом мы сделаем перерывчик. Не знаю, где-то на полчасика, может быть, чуть-чуть побольше. Если хотите увидеть продолжение прохождения, то приходите к нам еще. Вот. Кстати, мультик, помню, ты говорил, что хотите каналом сделать озвучку покемонов. Так и не сделали. Нет, там такая ситуация, что с озвучкой покемонов был сделан текст на первую серию, довольно забавный и клевый. Но с озвучкой оказалось не все так просто. И в итоге она где-то вот там в каком-то состоянии непонятном зависла. И первая серия, в общем, так и не сделана. Вот, и я продолжу. Ребят, если хотите дальше увидеть продолжение игры, то приходите примерно через 30-40 минут. Или подписывайтесь на наш канал, и вам придет уведомление о том, что стрим начался. Вот, а пока что все. Да, с вами был Джек Вульф, канал ShimbleShanks. Приходите к нам еще. Все. Всем пока. Сейчас какой-нибудь музончик поставлю, чтобы не грустили. Обязательно поставим музончик. Так, 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 так. Сейчас что-нибудь найдем для вас. Что-нибудь. Такое звучащее. Что-нибудь. Типа такого. Ну вот, всем пока, ребят. Приходите минут через 30-40. Увидимся.